Всем привет! Сегодня у нас 21 июля 2020 года, Украина, город Кременчуг. Вот хочу показать новый сорт своей коллекции, сорт диплоидной сливы Широ. Это ранний сорт, хорошо вяжется. Этот сорт считается отличным опылителем для всех диплоидных слив. Вот так вот он загрузился в этом году. Солнце светит, может быть, плохо видно. Ну, хочу показать. Плодов очень много. Размер у него не крупный. Примерно, наверное, грамм 50-60, может быть, больше. Вот так вот он себе показывает. Может поражаться клястероспориозом. Вот есть. Видно поражение. Весной было. Где-то в мае месяце, наверное. Сорт сочный, пробовал сладкий. То есть советую этот сорт для посадки в любительских садах. Особенно у кого плохо опыляются диплоидные сливы. Гляньте, какая красота висит. Сейчас покажу с другой стороны. Вот так вот он внизу, с северной стороны, окрашивается. Он такой молочно-желтого цвета, этот сорт. Так, ну что, давайте сейчас сорвем, положим на веса плод среднего размера вот в руке. Солнце видно вот так вот. И продегустируем уже вес этого сорта. Вот, сорт диплоидной сливы Широ. Знаете, как грузится, полностью все с урожаем. Это несмотря на возвратные весенние заморозки. Улепленный урожай. То есть, что сорт Широ, что сорт Санта-Роса. Отличные опылители. У кого плохо опыляются диплоидные сливы, вот этот сорт сажайте, и проблем не должно возникнуть у вас. Так, давайте посмотрим, какой вес у данного сорта. Это не крупноплодный сорт. Вот 61 грамм, 64, не считается крупноплодным, но он очень урожайный. Вот такие вот плодяки у него, а ну-ка, 66, форма плодов вот такая сердцевидная. Если вытирается на лед, сизый, вот такой вот плод, вот на белом фоне, можно видеть. Так. Ну, грубо говоря, где-то 50 грамм. 50-60. Вот 55-53. Ну, грубо вот такой вес. Сорт диплоидной сливы Широ. Вот так вот выглядит. Так, давайте сейчас его разрежем. Посмотрим, какая мякоть. Сорт сочный. Косточка в этом сорте не отделяется. Вот, очень ударенная. Так. Косточка маленькая. Вот так вот мякоть. Вот видно сочная. Сока много. Так. Это первое сигнальное, можно сказать, плодоношение. Вот так. Такая мякоть. Давайте глянем по соку. Интересно, как оно. Ого. Да, сок, вот видите, очень много. Все брыжет. Сочный сорт. Так, этот я есть не буду. Выжатый. Хочется сочный. Попробовать давайте. Сочный. Попробуем, продегустируем. Мякоть сладкая, шкурочка с легкой кислинкой, сока очень много, шкурка съедобная. Такой сбалансированный сладкий вкус с легкой кислинкой, с легким ароматом алычи. На сливу не похоже, больше аромат алычи. Такой нежный,
приятный вкус. Ну, можно сказать, что это сорт вот такой вот «Алит Джажду». Сочный, не сильно сладкий, прям уж, ну, нету такого приторной сладости. Такая легкая, грубо говоря, сладость, сладкий, но с кислинкой и сочный. В принципе, по вкусу хороший, неплохой, по урожайности тоже неплохо показал. Вид вот вы видите сами какой, тоже интересный, такой светлый. Транспортабельность у нее, я думаю, высокая, то есть она плотная. Я думаю, ее можно на базар возить. Вот плотная. Не знаю, как она, конечно, будет. Будет на ней видно транспортировку или не будет, но она плотная мякоть. То есть вот таких плодов. А ну-ка сейчас попробовать ее разлупать. Получится? А, не, не получится. Косточка же не отделяется, я забыл. Ну, очень сочная. Сок течет. Мякоть хрустящая, да. И шкурка хрустящая. Кому понравился сорт, есть черенок на продажу. Кому интересно, звоните, пишите. Для зимней прививки, для летней окулировки, в принципе, есть не в большом количестве. А так вот, не такой небольшой видеообзор по данному сорту. Кому понравилось видео, всем спасибо за просмотр. Всем пока.